Как вы считаете, реально, что Россию просто взорвут изнутри благодаря этим ударам ракетным украинским? Я за этим делом вижу совсем не то, что видит большинство людей. Я за этим вижу вот какую символику. Путин проигрывает классическую войну, да, на поле боя. Совершенно понятно, что Российская Федерация проигрывает Украине. И Путин делает ставку на ядерные силы. Он говорит, что я все равно непобедимый, потому что если что, у меня всегда есть ядерная дубина. И тут начинается очень интересная вещь. В декабре месяце прилетело в Дягилево, потом прилетело в Энгельс-2. Стратегические аэродромы стратегической бомбардировочной авиации Российской Федерации. Угу. То есть ему показали: Путин, ты нас пугаешь ядерным оружием, а смотри, у тебя нет никакой ПВО там, где у тебя стоит твоя ядерная триада.